этот мир приходим мы однажды, чтобы научиться любить. Дети вместе с родителями и воспитателями готовились к выступлению, учили стихи и песни. Это часть важного и большого дела – выходить на сцену рука об руку со взрослыми, ощущая поддержку и уверенно шагая на пути в большую жизнь. Фестиваль «Щелковские звездочки» и «Неразлучные друзья. Взрослые дети» прошел в средней образовательной школе номер 16 в Жигалово. Это по-настоящему семейное мероприятие, организовано в рамках нового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» и конкурса «Это у нас семейное». Около 100 малышей от 4 до 7 лет и их родственники приняли участие в конкурсе. Зайчик, солнышный, ладошка, усиленный золотошка, и ошочки Одинка, это тоже Одина.